Друзья, перед вами очередная жертва непонятно кого. Мы не знаем, что случилось с ребенком. Но хочу сказать о тех, кто и как отнесся к кошечке после того, как ее подобрала старая бабушка и принесла в клинику. Равнодушие врачей и тупость просто зашкаливают. Лапу осмотрели, завернули липучим бинтом и сказали: лечите. И отправили бабушку обратно. А лапа раздавленная, гниет. В общем, я не знаю, что сказать, ребят. И мне очень интересно, когда-нибудь мы начнем бороться с такими горе-врачами? Или хотя бы выводить их на чистую воду? И самое обидное то, что бабушка не называет клинику, в которую она обратилась. Говорит, что вдруг ей придется еще раз туда пойти. Я ничего не могу ей сказать. Она всеми силами пыталась спасти котенка, подростка. Малышка перед вами, мои хорошие. Человечность, она есть в каждом из нас. Каждый наш ролик – это наше обращение от имени тех, кто сам за себя попросить не может. Наше обращение к вашим сердцам, к вашему разуму, к вашей душе. Приют огромен, помощь необходима постоянно. Сейчас начались дожди с градом, холодно. В приюте начинают чихать малыши. У нас нет сена. Это необходимость огромная. И закупать его надо сейчас, пока оно еще сильно не подорожевало. А оно подорожает, судя по тому, что творится в нашей стране. Лохматая душа обращается к вам за помощью, мои хорошие. В очередной раз. И очень надеюсь, что вы отзоветесь. Спасибо вам за вашу доброту, за человечность, за то, что вы с нами, за то, что помогаете и не бросаете нас, за то, что остаетесь настоящими людьми. Спасибо вам. У одного малыша пробила все-таки прививку. Да, маленький. Капаемся, ребята. Вот, они слишком маленькие, тетя Оля. У них все глаза плохие. Вот. Работаю пятерых. Так. Ребята, здесь у меня кошечка больная. Здесь у меня два малыша. Так. Детям холодно, начинают кашлять. Сегодня забрала тех, у кого сильные сопли. Так. Здесь очень тяжелая малышка. Здесь две кошки. Какая из них мама, не знаю. Но факт тот, что дети у них вот эти чьи-то в очень жутком состоянии. Этим я уже глазки двоим обработала. Ну что ты боишься? Все хорошо. Здесь ребенок, который у меня кашляет. Здесь тоже у меня покашливать начал, забрали. Здесь кошечка писает кровавые. Просто кровавой мочой. Так что, ребята, у меня сегодня лазарет переполненный полностью. Сами видите. Сейчас обработаю еще пятерых. Накормлю. И до утра. Так, ребята, здесь котята. Сейчас я их кормлю, обрабатываю. Видите? Кормлю, обрабатываю. Да. Глазки вообще никакие. Покажись, детеныш. Кормлю, кого насильно, кого нет. Иди сюда, дитя. Ну-ка, детеныш. Глазки обработали. Покажись. Вот так. Давай следующего. Ребенок. Так.
Ну, все. Так, давай следующего. Ребята, если кто-нибудь скажет, что дать котенку таблетку — это здорово? Или это легко? Блин, никогда в жизни не поверю. Жизнь, детеныш. Ты мой хороший. Все, глазки намазали, да? Хорошо намазали. Тихо, зайка. Тихо. Все, давай следующего. Давай. Самый-самый крошечный. Самый-самый маленький, да? Самый маленький. Ничего, все будет хорошо. Давай. Давай, мамушка. Ой, ты мой хороший. Это у нас прикормка, Тёмой. Самым слабеньким. Кто сам не может кушать. Вот так. Даю. Он прям шприц кусает. Вот так. Хорошо. Бедные полуслепые дети. Они уже инвалиды. У кого-то один глазик пропал. Кто-то двумя не видит. Из семи всего двое смотрят двумя глазами. А пятеро... Что ты, мой золотой? Давай. Раз, два, три. Вот видишь, этот сытый. Этот наелся, да? Молочка напился у мамы. Не хочет мяска? Ну-ка, пузик покажи. Да, пузик надутый. Этот хорошо поел. Давай, кто еще? Один малыш распробовал. Вот второй. Сейчас положим маленькую мисочку, ждем. Но этому и миска не нужна.